мы продолжаем торжественный вечер вручения высших телевизионных премий страны. И вот, наконец, главный приз, главная номинация, которая по решению Академии телевидения названа кратко, но очень точно. Лучший из лучших. Телевидение, как известно, окно в мир. Так кто же, образно выражаясь, свет в этом окне? Сергей Куприянов! Поздравляю! Лучшего из лучших приветствует и поздравляет телевизионная бригада Сергея Куприянова. Да кто бы он был без такой жены? Его друзья и соратники. Поздравляю, мой худенький. Браво. Поздравляю. Спасибо. Так, улыбаемся, фотографируемся. Все вместе. Встали. Глаза не выпучил, свет не идет. Ну, прости меня, Сереженька, я не знала, что вся эта суета имеет для тебя такое огромное значение. Суета? Суета, да? Я 2 года выбиваю авторскую программу, и вот после этой суеты она становится реальной. Понимаешь ты это или нет? Эта суета может изменить всю нашу жизнь. Твою жизнь. Это же ты у нас лицо известное всей стране. А я так. Приложение к телепрограммке. Слушай, пойдем домой, а? Я так устала. Неудобно. Да. Премьер-министр обещал быть. Знакомая мелодия, помнишь? Еще. Это знамение. Ты больше не любишь меня, а первый раз я тебя... Сережа. Именно под эту мелодию. Тогда ты меня любила. Тогда все было иначе. В общежитии института какой-то легкой промышленности. Как мы там оказались, до сих пор понять не могу. А, красивая мелодия. Красивая. Хочешь, знать, в чем дело? Это ты меня не любишь. Спасибо. Поздравляю.
Поздравляю, старик. Поздравляю. Поздравляю вас, Сергей Константинович. Поздравляем. Спасибо. Я возьму один. Кофе сделать? На меня запиши. Некогда. Ну, начались схватки, и что? Ну, увезли вчера, а начались сегодня. И кончились. Единственная дочь рожает, причем в Ленинграде, в другом городе. А ты так говоришь, будто это каждый день происходит. Ну, начались и кончились. А так бывает? Бывает, бывает. Ну и что теперь делать? Ну да, что ты поделаешь. Ирка, ну ты звони хоть что-то, если будет. Ну, хоть что-то. Пока. А меня мать рожала 3 суток. Ну и что? Что-что? Как видишь. Через 20 минут эфир. Я помню. Привет. Поздравляю. У себя? Да, пожалуйста. Привет, Володь. Сережа. Ну что, как Анечка, не родила? Нет еще. Ты-то уже родил? Сереженька, Сереженька, я думаю, после твоего вчерашнего успеха должно все решиться. Ну действительно, кому давать авторскую программу, если не тебе? Правильно. Так давайте. Сережа, делается все, ты же знаешь, ну я ли не стараюсь, я ли не бьюсь головой об стену, Сережа. Извините, Сергей Константинович, вас ищут скорее. Что случилось? Что, уже? Срочно на грим, осталось 15 минут. Иду, иду. Прямой эфир. Ну, а я не знаю. Иду, иду, иду. Вовочка, бьешься головой о стену? Ну, так уж разбегись как следует, наконец, а? И тут я почувствовал то ли озарение, то ли просветление, то ли наитие какое-то. Звук раздался вроде лопнувшей струны, как у Чехова, помните? Вот. И с тех пор я как-то так с этим живу. То есть вы почувствовали себя пророком и наместником Бога 20 лет назад, когда стояли в очереди за сосисками, правильно? Да, да, да. Да, именно так. Для истории я могу сообщить, что сосиски назывались любительские. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях пророк Петр Семенович Манькин. А это, Петр Семенович, наша традиция. Каждый участник нашей передачи остается с нами навсегда. Вот теперь и вы. Здорово. Итак, мы с вами, Петр Семенович, говорили о сосисках и об очередях за ними. Предсказания-то ваши сбываются? Бываются. И при всем при этом вы работаете сторожем? Да. И грузчиком. В гастрономе? Да. Друзья, к нам поступил звонок. Уборщица, мать 5 детей. Соловьева Елена. Здесь не очень разборчиво написано. Соловьева Елена интересуется, сколько у нее еще будет детей и мужей. Но я думаю, нашим телезрителям интереснее было бы узнать и свое будущее, и будущее нашей страны. Расскажите. А телезрители меня же ни о чем не просили. Хорошо, хорошо.
Тогда предскажите мне мое будущее. Прошу вас, вот так сказать, при свидетелях. А вы уверены, что вы хотите этого? Уверен. Поздравляю. Сергей Константинович, поздравляю. Что такое? У вас внук. Ваша дочь в Петербурге только что родила сына. 3 килограмма 600 грамм. Дорогие друзья, Петр Семенович прав в том смысле, что у меня действительно есть дочь, что она живет в Санкт-Петербурге и вот-вот должна родить, но этот факт известен многим. Это все? Вы любите свою жену? Ну, конечно. Ну и что? Вы очень любите свою жену. Больше я вам ничего не скажу. Хотя, так вот, запомните. Поезд. Это серьезно. И как деталь, адмирал. И хватит с вас. Петр Семенович, браво! Браво, Петр Семенович! Ваши предсказания начинают сбываться прямо на глазах у наших зрителей. Друзья, разверните камеры в ту сторону, покажите наших гостей. Сережка! Итак, друзья, вот это моя жена, которую я действительно очень люблю. Ну что, внук, мальчик? Внук, а ты откуда знаешь? И, судя по этому плакату, 3 600. Да. Значит, мы действительно превратились в бабушку и дедушку. Время неумолимо, друзья. Дорогие друзья, извините, что сегодняшняя передача превратилась в сумбур и суматоху, но зато на ваших глазах произошло чудо. Предсказания Петра Семеновича Манькина сбылись с точностью до 100 граммов. Ну а теперь реклама. Затем, как всегда, блок дневных новостей. Мы прощаемся с вами. Уже, извините, будем праздновать. До свидания. Поздравляем! А все-таки ты, Сережка, порядочная свинья. Единственная дочь родила, и не можешь на один денек вырваться. Встретить из роддома, на внука посмотреть. А я вот не могу, потому что здесь все решается. Вот именно завтра. Не исключено, что именно завтра. Ты же передачу дают мне, а случиться может все, что угодно. Вон, Егоров ходит со значительной рожей. Ни хрена не получит, это точно. Вот видишь. А вдруг? Ну вдруг? Меня нет, он в лес подсуетился. Разбирайся. Ой, да у тебя всегда что-нибудь. Я не помню случая, чтобы... А, граждане пассажиры, пожалуйста, прошу вагон. Иди, опоздаешь. Веди себя прилично. Иди, иди. Ну ладно, я завтра позвоню. Аньку поцелуй. Ну, проходите в вагон, отправляемся. Отправляемся. Товарищ вице-адмирал, по поручению командования военно-морской академии... Вольно! В честь чего такое торжество? В честь огромного уважения к вам, товарищ адмирал. На формирование группы неделя. Параллельно закупка оборудования, оперативное планирование и вперед! По рюмочке. События. Странно.
Мне казалось, что в этот момент трубы должны ударить, фанфары грянуть разноцветные, толпы девиц с цветами набежать. Ну, толпы девиц, я думаю, набегут. Ира в Петербурге у внука. Сам Бог велел. Да. Слушай, Серега, мы действительно забыли о том, что происходит. А происходит главное событие в жизни каждого тележурналиста. Открытие твоей личной и персональной авторской программы, Серега. Ты шел к этому многие годы. Ай. Не маши руками. Высокие слова не зря придумали. Ты добился большого настоящего успеха. Что ты говоришь, как на поминках, честное слово? Я еще не помер. Ладно, ладно. Я ведь тоже радуюсь. И я как-никак приложил руку к тому, чтобы все это произошло. Здрасте. Где вы ходите? Что? Где вы ходите? В монтажной была. А что, у вас ко мне какое-то дело? Ну вот я и думаю, есть у меня к вам дело или нет. Прошу. Пожалуйста. Мам, ну ты же неделю хотела побыть, а? Может, останешься, поговорим завтра. Куда спешить-то? Ань, на внука я посмотрела. Замечательный внук. На деда похож. Красавец. А поговорить? Да ты на себя посмотри. Тебе выспаться, ты же еле стоишь. Господи. Алешна мама помогает, активно справляется. Ну зачем я буду здесь так толкаться? До свидания. Я лучше еще раз приеду, через два месяца. Алеша, я вас умоляю, позвоните в Москву Сергею Константиновичу. Да-да, конечно. Я так и не дозвонилась. Передайте ему, что я завтра утром буду в Москве. Обязательно. Ну, пока. Родители. Простите, а вы не скажете, когда поезд прибывает в Москву? А, я точно не помню, по-моему, 8:30, но где-то здесь должно быть расписание. Спасибо. Точно. 8:30. Удобно. Вообще-то шикарный поезд. Красная стрела. Ничего. А знаете, я вот никогда так не ездил. Ну что, двухместное купе. До 50 лет дожил, а не приходилось. Дорого. В командировке, когда едешь,
Это же не оплачивают, а самому. А сегодня просто других билетов не было, а командировка срочная. Объект надо запускать. Я ведь инженер-наладчик. Вот фирма и разорилась. Еду! Вот так. Что так? Да нет, ничего. Сережа, ты здесь? Здесь. Честно? Честно. Послушайте, Ирина Михайловна, а чего мы с вами все стоим и стоим просто так, а? А что вы предлагаете, Сергей Николаевич? А у меня есть коньяк, Ирина Михайловна, да. Я когда узнал, что еду в двухместном купе, решил, надо взять бутылочку получше. Ну, мало ли, сосед попадется приличный. Угостить. А конфеты у меня просто потрясающие. Их наша фабрика делает, петербургский филиал. Я ведь специалист по кондитерскому оборудованию. Ну, вот я и подумал. Вы как, не против? А почему я должна быть против хорошего коньяка? Правда люблю. Честно-честно. Я как тебя на студии увидела? Давно? Да. Уже больше года. Мы у вас на практике были, на 5-м курсе. Тогда и полюбила. И сразу решила. Он будет мой, или я умру. Так это давнишний план по завоеванию меня? Конечно. Разбудил. Привет, дедушка. Да, дедушка. Но я еще бойкий старикашка. О, да. Слушай, Лен, в Лондон со мной поедешь? Поеду. В Лондон, в Париж, так и быть, с тобой куда угодно. А почему, собственно, в Лондон? Хочешь с молоденькой любовницей на недельку прошвырнуться? Со вчерашнего дня существует личная, авторская, персональная программа Сергея Куприянова. Приказ подписан. Называется «Жизнь планеты». Финансируют наши, американцы, англичане, японцы. Старт через месяц. Первая поездка в Лондон. Сережа! Серёжка! Поздравляю, это грандиозно! Тебе со мной хорошо? Да. А? Хорошо. Знаешь, в свое время баб у меня было неимоверное количество, нечеловеческое. А появилась Ирка и всех остальных как вымело. Влюбился? Не то слово. Ирка – родной и близкий мне человек. Но так как с тобой сегодня ночью, у нас с ней уже не будет никогда. Ну что, поедешь в Лондон?
Я подумаю. Подумает она. Что тут думать? Подумает. Подумает. Да что там думать, соглашайтесь, конечно. А тебе что, программу утвердили? Да, вчера. Поздравляю. А ты чего так рано приехала? Случилось что-нибудь? А не нужна я там. Анька справляется, та бабушка помогает. Еще тетя какая-то болтается, а я не нужна. Там не нужна, и здесь не нужна. Кстати, а Лёшка тебя не предупредил, что я приеду? Я ведь просила его дозвониться. Телефончик-то отключил. Я пойду, наверное. Извините. Да нет, это вы меня извините. Это мне надо было сообразить. Про телефон. Слушай, подожди меня внизу у машины. Сейчас я быстро разберусь и едем. Ладно? Ну, как внук? Хороший внук. Хороший. Вылитый дедушка. В смысле? Да нет, ну, баб пока не водит. Просто на тебя похож. А ты что, жениться на ней собрался? С чего ты взяла? Да так. В Лондон звал. Мне, между прочим, 45 лет. И я здоровый, нормальный мужик. Если наши с тобой супружеские отношения, так называемые, куда-то подевались, то извини. Имею полное моральное право. Как ты доехала? Хорошо. Купе на двоих было? На двоих. Ну как, попутчица не храпела? Попутчик. Иначе говоря, мужчина. Странно. Обычно женщин стараются женщинами поместить. Ну и что за мужик такой? Не приставал? Приставал. То есть как? Ой, ну, Сереженька, ну как пристают? Коньяк достал, какие-то конфеты немыслимые, что-то интересное рассказывал. Оказался милым человеком. Ну и дальше что? Ну что дальше? Ну что в таких случаях дальше бывает? Ну, Сереженька, тебе ли этого не знать? Ну и как, понравилось? Ничего. Врешь ты все. Сереж, прости меня, а? Я не хотела этого говорить, но когда я вошла и увидела, то прости. Забавно. Забавно. Вот если бы ты правду говорила, было бы забавно. Ай да бабушка с дедушкой. Отметили, что называется. Врешь ты все, да? Вру, вру. Слушай, кстати, а я тебе снотворное привезла. Ты представляешь, рядом с Анькой аптека, и сколько хочешь, и без рецепта. Я думаю, возьму про запас, а то каждый раз просить кого-то выписывать этот рецепт несчастный, ходить, унижаться. Прошу.
Ладно, мне пора. У меня сегодня дневной эфир, посмотри, хорошо? Хорошо. Ирка, ну чего ты? Так. Ну что, жив? Да, поехали. Вот оно что. Поезд. Что поезд? Пророк Манькин про поезд говорил. Пророк Манькин, гениально! Хотя 3600 угадал. А еще... Подожди, я сейчас. Я быстро. Ирка! Ир, ты где? Ир, а... Вот это твой попутчик. Попутчик твой, так называемый. Он кто? Ты вернулся, чтобы вот это узнать? Ну, интересно все-таки, с кем мне моя жена изменяет. Интересно ведь? А. Ну, наверное. Только я же все вру. Был попутчик? Был. Не адмирал случайно? Инженер-наладчик по кондитерскому оборудованию. Надо бы найти этого пророка Манькина. Морду ему набить. Тоже мне Нострадамус Мценского уезда. Ну ладно, пока. Добрый день. Я хотел позвонить, а дверь открылась. Простите, вы Сергей Куприянов? Да. Ну, ладно. Ира! 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 Я не могу забыть эту ночь. Вы что? Вы кто такой? Ира, прости меня. Прости, я не должен был врываться сюда. Твой дом, здесь твой муж. Я не имею права разрушать твою семью, но я не могу без тебя, Ира. Мы не можем с тобой после этого расстаться. Ты понимаешь? Ты понимаешь, Ира? Ты же сама говорила мне, что ты не любишь мужа, что он не любит тебя. Извините, Сергей. Константинович. Константинович, да. Нет, я знаю вас, Сергей Куприянов, я знаю вас, я смотрю вас по телевизору. А будет сегодня ваша программа? Будет. Да. Ира! Убирайтесь вон отсюда! Ты говорила сама, что ваши отношения давно уже дружеские и не более. Так ведь? Сереженька, я она не... Она была прекрасна. Пардон, Сергей Константинович. Это родинка. Это чудная родинка. Что вы мелете? Какая родинка? А у тебя вот тут родинка. Вы ее имели в виду?
Да, именно, именно. Ира. Теперь твой муж знает все. Решайся. Впереди у нас годы. Годы счастья. Ты снова почувствуешь себя молодой. Преобразишься. Хватит прозябать рядом с мужем, нелюбимым человеком, который превратил тебя... Во что я ее превратил? Ясно. Во что? Вы что, я что? Не... Сережа! Во что я ее превратил? Перестаньте, позвольте. Это уж слишком. Мы с вами так не договаривались. О чем я с вами договариваюсь? Ну, О чем я вообще мог с вами договариваться? Вот есть записка. Теперь вот смотрите, вот, господи. Парковая 12, корпус 1, квартира 36. Это корпус 2, корпус 1 напротив. Боже мой, это надо же. Какой ужас. Вас зовут Ирина? Ирина Михайловна. Господи, какое совпадение. А родинка? Хотя у всех женщин есть родинки. Просто анекдот. Обхохочешься. Видите ли, я артист, Эдуард Сорокин. Правда, в театре не служу в последнее время. Работаю тамадой на свадьбах. Свадебным генералом. Вернее, адмиралом. И мундир тоже взял на прокат в театре под расписку. И вот по этому адресу живет семья. И жена безумно ревнует мужа. Безумно. Каждый день скандалы. Ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня-ня. Так вот, друзья посоветовали мужу ее разыграть. Чтобы она почувствовала, каково быть невинно оклеветанной. И, естественно, нужен был человек, которого бы она не знала. Вышли на меня, и я согласился. Знаете, лишние деньги никогда не помешают. Правда, деньги не бывают лишними. Простите, у вас нет случайно? Ну, немножко, ну, буквально чуть-чуть. Такое потрясение. Пожалуйста, простите. А если бы вам муж морду набил? Ну что вы, это же по его же просьбе. Благодарствую. А вам не жаль эту женщину? Я чуть с ума не сошла. Я вас умоляю. Все сцены ревности говорят о том, что у нее кто-то есть. Я был женат 20 лет. Моя жена ревновала меня безумно. А потом выяснилось, все женщины врут, притворяются, разыгрывают из себя униженных и оскорбленных. А сами, пардон, я не хотел, я не о присутствующих. Уходите. А? Убирайтесь отсюда, вон! Ах да, ну, разумеется. Разумеется. Только вот можно чуть-чуть на пасашок. А? Спасибо. Ради бога. Извините. Спасибо. Ира? Ира, я помню твои ноги. Алло. Алло, будьте любезны, мне телефон по адресу, да. Куда ты звонишь? Ну, надо позвонить и предупредить эту несчастную Ирину. Подожди, сейчас соединят.
Алло, да, будьте любезны, Парковая, 12. Не надо. Почему? Потому что не лезь в чужую жизнь. Слышала, что сказал этот деятель? Все они врут и притворяются. Ой, нашел кого слушать. Он, конечно, не прав. Вот ты у нас не врешь и не притворяешься, а все честно излагаешь так, как было. Что было? Ну как что? Попутчик, купе, коньяк. Приходит мужик и говорит: здрасте, я спал с вашей женой. Забавно. Ты чего? С ума сошел? Он адресом ошибся. Забыл? Он-то ошибся. Знаешь ли, дорогая Ира, я по образованию кинорежиссер, правда, не снявший ни одного фильма, но тем не менее фантазия-то у меня, воображение богатое. Я это кино прям как наяву вижу. Какое? Хорошее кино. Хорошее. Хочешь, расскажу? Хочу. Общий план купе. Mm-hmm. Крупно коньяк. Mm-hmm. Ты на среднем, он на среднем. Mm-hmm. Мелькают столбы за окном. Он пересаживается к тебе, наезд. Наезд крупно. Поцелуй. Врезка, рука расстегивает молнию на платье. Кофточка была. А? Кофточка. Что было дальше? Как вы там устроились, а? Диванчик-то узенький. Помоги режиссеру. Пусти! Идиот! Я же не спрашиваю, как вы там устраивались. Да потому что тебе на меня наплевать. Хотя бы для приличия скандал устроила. По морде бы дала. С удовольствием. Ага. Ты фальшивая. А, значит, тебе можно, а мне нельзя. Вот да? Именно. Мне можно, а тебе нельзя. А что ты так разволновался, да? Всем жены изменяют, все знают и молчат. Ну что случилось? Я не все. Я тебе тысячу раз говорил. Я не все. Ах, не нравится. А мне, думаешь, нравится любоваться на твою Лену в нашей постели? Конечно, тебе можно. Лицо, известное всей стране. Я не все. А вот теперь побудь как все. Всем жены изменяют. И тебе тоже. Как в моих романах пишут. Закрыв глаза, она стонала в его объятиях. Так вот, я и стонала в его объятиях, а не в твоих. Потому что в твоих последний раз стонала, уже не помню когда. Вот ты привык быть самым лучшим, самым первым. А ты не лучший и не первый. Лицо известное всей стране. Дурак ты. Забавно. Забавно. Ой, успокойся. Успокойся, я все наврала. Вот увидела твою Лену и наврала. Не было никакого мужика. И не было никакого коньяка. Я ехала со старой толстой теткой, учительницей. Стрела, 7-й вагон. Чего? Что чего? Учительница чего? Какого предмета? Ботаники. А. Про цветочки говорили, пестики, тычинки. Нет, про диеты и про способы похудеть. Она все интересовалась, как я сохраняю такую фигуру в моем возрасте. Ладно, Ирка. Ботаники так ботаники. Взрослый человек, серьезный. Меня уважают. Жизнь моя сложилась хорошо, удачно. У меня есть деньги, слава, семья, ты. Или этого ничего нет? Или это ничего не значит, и надо мной можно издеваться как угодно, чушь какую-то молоть? Бред какой-то начинается с участием
адмиралов, пророков Манькиных, каких-то толстых учительниц ботаники, каких-то попутчиков с кондитерской фабрики. Кто я такой? Почему я должен от этого всего зависеть? Жизнь, свои дела, его с утра до ночи нет. Да нет. Ой, устроюсь на работу, буду куда-нибудь уходить, откуда-нибудь приходить. Какой я врач, когда это было? Нет, надо что-нибудь, конечно, такое придумать. Ну, ты поспрашивай там, я... Ой, Вер, подожди, перезвоню. Планирование социальных программ развития молодежи. Что несет нам новое поколение страны? Какие они, сегодняшние юноши и девушки? Ну, надо сказать, что однозначного ответа на этот вопрос, наверное, нет. Борис, вы занимаетесь молодежью. Стало быть, вы со школами связаны? Да. Скажите, вот интересно, а в школах сейчас есть учителя ботаники? Ботаники? Да. Ну, вообще-то этот предмет преподается в седьмом. Что предмет есть, я знаю. А человек, который преподает этот предмет, может он представиться таким образом, сказав, я учитель ботаники. Возможно это? Или здесь что-то не то? Я чувствую что-то не то, но не могу понять, что. В школе есть учителя биологии. Они преподают ботанику, зоологию, анатомию, а учителей ботаники в школе нет. Значит, сказать «я учитель биологии» — это нормально. А сказать «я учитель ботаники» или «учительница» — такого быть не может, правда? И если человек представляется подобным образом, то он или она врет. Причем нагло и неумело. Спасибо. Друзья, коллеги, делающие со мной передачу, уже давно подумали, что, видимо, я сошел с ума. Так, наверное, и вы подумали, Борис, да? При чем здесь ботаника и вообще что происходит? Нет, почему же? Подумали, подумали. И правильно. А дело вот в чем. Несколько дней назад мне позвонила одна женщина и рассказала о поистине чудовищных событиях, которые происходят в одной из московских школ. И представилась она Куприянова Ирина Михайловна, учительница ботаники. И вот теперь с вами, Борис, мы выяснили, что врет. Врете, уважаемая, но не очень, Ирина Михайловна. А я уж собрался звонить в мэрию, в милицию. А она, судя по всему, вообще никакого отношения к школе не имеет, раз заявляет подобные вещи, правда? Скорее всего, нет. Так она и фамилией вашей назвалась. Действительно. А я как-то сразу и не сообразил. Тем более, что Ирина Михайловна так зовут мою жену. Борис. Мы тут, похоже, с вами целый заговор раскрыли. Спасибо. И если упомянутая Ирина Михайловна смотрит сейчас нас по телевизору, то я заявляю, что не проходят подобные штучки. Не проходят. Или придумайте что-нибудь новенькое, или говорите правду. Реклама. Да, Вер. Да. Интересно, да. Молодец, Сережка, расшевелил этого обормута. Слушай, я тебе перезвоню, окей? Сергей Куприянов выехал по срочному редакционному заданию. Поэтому беседу с вами, Борис, буду вести я. Режиссер программы Петр Николаенко. Что-то случилось? Да ничего не случилось.
надоела мне эта болтовня. Вот что случилось. Ты лучше скажи, ты одна живешь или с родителями? Одна. Можно я поживу у тебя пару дней? Потом новую квартиру купим. Сейчас только заедем за вещами. Можно, конечно. А ты там с женой уже все решил? Она сама все решила. Не устраивает ее такой муж. Почему? Галстук носить не умею. Меня делаешь? Что? Обманутого мужа? Что? Да! Что да. ты от меня хочешь? Что было в поезде? Что ты хочешь извести? Тебе нужен все было! Что было? Все, ничего, ничего не было! Было, 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 было! Ты еще про ботанику расскажи! Врешь! Не вру, не вру, вру, не вру! Тебе это все равно! Ладно, Ирка. Тихо. Я ухожу. Все. Ухожу. Как говорится, что было, то было. Не поминай лихом. Телефон я тебе сообщу. Сережка просил. Прямо сейчас ушел к молоденькой девке. Вещички собрал и приезжай. Ты извини, но я все-таки спрошу. Ты серьезно? Чего? Ну, со мной. Серьезно? Ну, конечно, серьезно. Видишь, вещички собрал, с женой попрощался. У тебя поживем немного, да? Поживем немного и в Лондон поедем, правда? Нет? Ну вот, полюбуйтесь. Это плоды вашей деятельности. Вы показали меня по телевизору, да? И я вот теперь звезда. Вот, только мы сели с мужиками у гастронома во дворе культурно выпить, они же начали узнавать. Народ собрался. И вот извольте, пожалуйста. Ну, хочется народу праздников. Ну, что тут плохого? Это мы так культурно, торжественно едем на природу. Вот. У нас пикник, мужики, сними меня. Это у нас пикник. Подожди, как тебе не стыдно? Подожди. Он же за рулем. Дай поговорить. За рулем. Читаю в ваших глазах вопрос. Тут даже и пророком не надо быть. Вопрос простой. У вашей жены в поезде
было или не было. Я, по-моему, с ума схожу. Не исключено, это бывает. Ладно. Ладно, я не буду вас мучить, я скажу. Все было. И ничего не было. Как это? Да вот так. Это не игра в слова, это святая правда. Потому что... Братан, кончай базар. А? Дождь собирается. Все, 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 все. Все. Пока, пока, пока. Правильно. Пока, пока, пока. Путники. Смешно, да? Что с тобой, Сережа? Поехали. Садись. Ты куда? Врет, зараза. Все врет. Или издевается. Все врет, зараза, а? Да кто? А вот сейчас мы и выясним, что было, а чего не было. Ты извини, Лена. Мы сразу быстро и к тебе поедем. А, вот. Привет, ребята. Здравия желаю. Начальник где? Здравствуйте. Где дежурный по вокзалу? Очень приятно. Пройдем сюда. Вот сюда. Там, да? А, спасибо, а то возникла одна небольшая проблема. Не волнуйтесь. Даже не знаю, к кому обратиться. Он у себя? Все будет нормально. Такой, а? Сергей? Константинович. Константинович. А я вас всегда смотрю. Нет, не, ну как же, Сергей Куприя... Значит, я правильно подумала. Значит, это ваша жена сегодня со мной ехала, так ведь? Да. А я беру билет Куприянова. Ну, фамилия вроде простая. А я думаю, не жена ли она его, того? Ну, ваша. Ой, она такая, такая. Она красивая, молодая. А что, случилось чего? Понимаете, она сегодня утром мне рассказала, что ехала с какой-то потрясающей соседкой по купе. Вот прямо бери и показывай по телевизору, насколько она замечательная женщина. Но вот забыла фамилию, имя, отчество. Какая соседка? Ну, никакой у нее соседки не было. А с кем же она ехала? Одна. Как одна? Да так. Билет, слава богу, не дешевый, а поездов много. Вот и было у нее одно место. Да такое бывает. В восьмом купе тоже один ехал, пьяный. Может, она с ней познакомилась, когда туда ехала? Спроси у нее. Одна ехала, без никого. Значит, ехала одна. Ну да. Все было и ничего не было. Это в моей дурацкой башке все было. Лена, ты меня извини, мне надо срочно домой, срочно. Доберешься одна на такси? Деньги у тебя есть, а? Ты меня извини, я тебе позвоню, хорошо? Ладно, я быстро. Извини, пожалуйста.
поезда, да, уходят в дальние края. Прощай, прощай, мы расстаемся навсегда, навсегда, навсегда. Ой, о, Серега, а изменничек, а и ничего не габа. А как понять мою печаль, Серега? Ты бы хоть баб-то научился домой водить, чтобы жена тебя не застыкивала. Так ты что, одна ехала? Узнал-таки. Одна. А зачем про каких-то теток выдумывала? А ты все равно мне не поверил. Я же не знала, что учитель с ботаники. Не бывает. У нас Марья Васильевна была училка. Толстая такая. Мы ее называли ботанический зад. Верка, будь другом. Чего? А? Ну, Иришка. Ой! А, зараза. Слушай, что же мы делаем, а? Что же мы мучаем друг друга? Это ты меня мучаешь. Потому что я тебя люблю. Ну, что же мне делать? Ну, что же мне... Не хочу я к Ленке идти, к чужому человеку. Злишься за Ленку? Ты ведь меня любишь. Я ж знаю. И ты меня, да? Угу. Слышь, давай как раньше. Занавески все задернем. И телефоны. Давай, давай. И кто он такой? Времени потеряла. Ой, вот ведь как бывает, представляешь, начался день с кошмара, а потом вдруг счастье. Мне как-то даже трудно себе представить, и сказать так трудно, и звучит как-то непривычно, но я счастлива. Мы же уже сегодня виделись. Хотя, чего еще раз не поздороваться с хорошим человеком, верно ведь, а?
вы Сергей Куприянов? Впрочем, это уже не важно. Это он? Попутчик с коньяком. Ну да. Значит, вы все знаете, да? Ира, ты все рассказала, да? Ты, значит, обо мне думала, да? А ведь Ирина Михайловна сказала, что мы больше не увидимся, что она замужем, чтобы я не искал ее. Ира, прости, я тебя выследил. Я поехал за тобой на такси. И вот, представляете, я здесь хожу целый день и думаю, что мне делать? Знаю, что так нельзя, но... Я слушаю, слушаю. Я жил, как все. И вот вдруг... Вдруг я встречаю женщину, о которой мечтал всю свою жизнь. Да, да. Я подумал, ну раз уж вот это произошло, раз это произошло, то в вашей семейной жизни, ну, с мужем, с вами, то есть, что-то не в порядке. Значит, у вас любовь прошла. Я ничего не разрушаю. Значит, все закончилось до меня. Совершенно верно. Наша семейная жизнь, так, образно говоря, накрылась медным тазом. А вы, собственно, чего пришли? Чего, как говорится, изволите? Я хочу, чтобы Ирина Михайловна осталась со мной. Девушка, 50 грамм, бутербродик, меню. Ну и видок у вас. Там муж увлекся, заказчик. Доигрался. Ирина Михайловна, я ведь шел к вам. Ирина Михайловна, выходите за меня замуж. Бывает же такое. Я понимаю, мое предложение звучит как бред. Ведь я разрушаю вашу семью. Но вы несчастны. Я чувствую, вы женщина, о которой я мечтал всю жизнь. Я буду любить вас. Только не прогоняйте меня. Однако спрос на тебя сегодня. Кто это? А? Что это значит? А? Кто это у нас такой? Простите. А это любовник моей жены. Да? А что он хочет? Ну, познакомиться. У вас что-то случилось, Сергей Константинович? Знаете, Эдик, я вот думаю, мне 45 лет, жизнь была разная, сложная, но в ней ни разу по-настоящему не было страшно.
не сидел, не воевал, не голодал. Я даже в больнице ни разу не лежал. И думал, ну, неужели жизнь так благополучно и пройдет? И в ней ни разу не случится несчастье. А вот сейчас, чувствую, дождался. В моей жизни произошло несчастье. Несчастье. Господь с вами, Сергей Константинович. Мало ли, что бывает. Все пройдет. Что же нам теперь делать, бабушка? В Лондон поезжай, развеешься. Владимир Федорович, это Куприянов. Я в Лондон не еду, от передачи отказываюсь. Случилось. Ну что до этого, Володя? Хотел, да, мечтал, а вот теперь не хочу. Владимир Федорович, не буду. Сил нет. Ира. Ира! Что-то у меня с сердцем, у меня что-то. Я сейчас, я скорую. Там валидол, На кухне валидол, в шкафчике. Зачем ты открыла окно? Душно. Сережа, что с тобой? Да что с тобой? Слушай, а это идея. Гениально. Мечта. Уснуть и не проснуться. Вот что значит любящая женщина. Обо всем позаботилась. Отдай! Нет! Отдай! Отдай, Господи! Отдай! Отдай! Нет! Я тебя умоляю, ты меня пусти, ты меня избей, выгони, все потом, ну пусти меня сейчас, я... Хотя, пожалуйста, это я зря, конечно, иди звони. Я сейчас туда, а ты дверь на задвижку, а потом нашу дверь только автогену можно. Пойдем вместе, Сережа. Нет. Ну что, в конце концов, такого? Ну что случилось? Ну нельзя же из-за этого, о Господи! Ну все когда-нибудь кончается, ну кончилась любовь, ну и что? Ну была же, ну ведь все же так живут, вспоминать будем потом! Я не все.
Сережа, пожалуйста, можно я в скорую позвоню? Нет. Черт! Да откуда они у тебя? А я пачку себе спрятала. Идиотка! Скорая! Скорая! Это говорит Сергей Куприянов. Да, телекомментатор. Ну, перестаньте вы ахать. Моя жена отравилась. Перепутала таблетки, снотворное. Рододорм. Да. Ну и что делать? Ну, может, промывание сделать? Не надо? А, парковая 12, корпус 2, квартира 36. Только быстрее, я прошу вас. Быстрее, ладно? Давай здесь подождем. Ага. Садись. Ой. Вот так. Приветствую. А где Ирка? Здесь, в женской палате, выше этажом. Это токсикологическое отделение для отравленных. Спит, спит она сейчас. А вы-то чего здесь делаете? А, так вот... Перепился. Еле откачали. Что ж вы за пророк-то такой? Что предвидеть не могли? Где и с кем напьешься, это ни один пророк предвидеть не в состоянии. Водка из ларька. Чистая отрава оказалась. А предвидеть сил нет, уже все. Отказывает пророческий дар где-то после 800 грамм. Это проверено. Ну, а что мне теперь делать, товарищ пророк? Посоветуй. Вторые сутки от вас не отходит. Примчалась, лица на ней не было. Любит она вас. Я-то знаю. Да, надо брать Ленку и в Лондон. И не мучиться. А то вернемся из больницы. Вдвоем с Иркой в квартире. И все по новой.
Но Ирина-то Михайловна дома не скоро окажется. Почему? Подействовала на нее вся эта история. Да и то сказать. В общем, ее в психиатрическую больницу собираются положить. Уже выехали за ней. Только осторожнее. Тихо, тихо. Мне тихо, надо тихо, к моей нельзя. Жене. Вам нельзя, Сергей Константинович. Какая палата? Ну, нельзя же. Мне очень надо. Прошу вас. Она этажом выше. Третья палата. Ирка. Ир. Это я. Сереж. Ирк, ну как ты? А я думала, ты умер. Я не могу без тебя, Сережа. Я без тебя тоже умру. Забери меня отсюда. Пожалуйста. Я чувствую боль. Хочу с тобой. Забери меня отсюда. Сереженька, я хочу с тобой. С тобой. Сергей Константинович, я прошу вас проявить понимание. Мы должны отвезти вашу супругу. Дайте пройти. Вашей жене необходимо пройти обследование. Дайте пройти, я сказал. Сережка, а кто эти люди? Нет, куда они меня хотят отвезти? Нет, зачем, Сережка? Сережка, не отдавай меня, Сережка. Ну вы же видите. Я прошу вас. Успокойся. Дайте. А? Мы поедем домой. И все будет хорошо. Я прошу вас, прошу. Дайте пройти, пожалуйста. Дайте пройти, я сказал! Нет! На! Отпустите! Нет! Не трогайте ее! Сергей Константинович! Я ее не отдам! Я не отдам ее! Отпустите! Да отпустите их, слышите? Знаете что? В конце концов, как угодно. Ну, не хотите. Пожалуйста, отпустите их. Куда мы идем? Домой. Домой? Так у нас ключей нет. У соседей снизу есть наши, запасные. А, точно. Ой, смотри, какая луна. Подари мне лунный свет. Помнишь? Помню. Я тогда тебя на день рождения пригласил. А я спросила, а что тебе подарить? А я подумал, что надо сказать что-то такое эдакое, чтобы поразить воображение. Ой, поразил. Дурацкая фраза. Хорошая фраза, чего? Подари мне лунный свет. Хорошая фраза. Да плохая. Дело разве ж в этом? Я увидела, старается. Понравится хочет. И понравился. Понравился. Еще как. Я люблю тебя, Сережа. И я тебя. Ну как ты? Ничего. Я с тобой.
Ой, а где это мы? Где мы? А я и не знаю. По-моему, нам туда. Ага. Туда.